Всем привет, вы на канале Фордмак, и я в это не могу поверить, сам Valor Mainstream вернулся с новым пупом. Честно говоря, я сейчас вообще заметил такую тенденцию страшную, что пупы во многом вымирают. Опять же, остаются лишь некоторые авторы, которые там делают пупы по смешарикам, по барбоскинам, вроде как еще живут, но более-менее такие, опять же, именитые авторы, которые до этого делали шикарные пупы, сейчас во многом исчезли. Тот же Зверобокс, я так понимаю, он отдыхает, но, в принципе, он заслужил, так сказать, отпуск, учитывая, сколько он пахал, сколько он пупов делал. Что происходит с соседом Комкиным, опять же, с остальными ребятами, фиг его сейчас знает. Но факт того, что Valor вернулся, и что у него новый пупец под названием «Идеальный кандидат», это радует. Вот какая-то, так сказать, хоть какое-то раздолье. Но, знаете, я думаю, надо побольше пупчиков нынешнее время, чтобы, как сказать, вспомнить, каково это, опять же, найти пупы, которые я так и не посмотрел, того же, например, наверное, Гагарина Поэтера может посмотреть, Гагарина, точнее, Петра. Возможно. Возможно. Пока не знаю. Но в любом случае, давайте уж посмотрим, что же он такой идеальный кандидат, вообще, опять же, о чем нам поведает идеальный, прекрасный пупический язык Valor Mainstream. И да, перед началом ролика, лайк, подписочка и любой комментарий. Даже про то, что у вас прямо в чертовом туалете проводились выборы. За лучшую туалетную бумагу. Не знаю, что угодно, полная свобода комментариев. Ну что же, поехали. Выборы 2021. Окей. Какая ты певица? И чё? Мои замечательные. Я пела, потом пела, и теперь я иду в Госдуму от «Единой России» в поисках возможности заработать. Как честно! Я иду в Думу, чтобы обеспечить боль, слезы, страдания большинства граждан. Ой, как большое спасибо! «Единой России». Сейчас все как происходит вот так. Беспросветные пиршества Георгии поглотили почти все регионы. Ярчайшим примером является все происходящее у меня дома. Оу. Я знаю, Россия – это не только Москва и Питер. Если я вижу жителей Ивановской области, я иду в другую сторону. И надеюсь, что не догонят. Да. Надеюсь. Я не без греха. Я воровала, убивала, сломала ковид-госпиталь. Откусила ухо Баскару. Но я стою на светлом фоне и вся в белом. Значит, я хорошая. Ни хрена. Мои замечательные сиськи видела вся наша страна. Я не видел. Мне стыдно за одиноких женщин с крошечными сиськами, чьи мужья вынуждены скитаться по стране в поисках меня. Знаю об особенных проблемах и горестях женщин, у которых просто мужика нормального дня было. В прошлом, ну, конечно, Славобуд всегда просто, как всегда, просто великолепен. На плечах которых находила купола. У мужика должны быть жизненный потенциал, крошечный мозг и славное уголовное прошлое. Я иду в Думу, хороший набор, чтобы обеспечить возбуждение уголовного дела в отношении большинства граждан страны. Что, кстати, спасибо большое. Я не сломаюсь. Я найду мужика всем женщинам, мужчинам, подросткам. Мужика даже детям? Круто. Мои замечательные губы я вырастила сама. Турецкие инвесторы оплатили только их малую часть. Если я вижу, что мои губы не справляются со своими задачами, я делаю их еще больше. И еще не больше. Стоит. И еще больше. Не надо. Общества. Не надо. Я знаю, подростками не рождаются, ими становятся. Знаю, да, что ладно. Россия – это страна. Если я вижу, что надо помыться, я иду в душ. Я умная. Особенно нет, в местах. Ты просто капитан очевидность, но это прекрасно. В отношении того пупа. Нам всем нужна только я. Я прекрасней большинства граждан страны. Не сказал бы. Я всесильна, и моя власть безгранична. Я вижу свет, я вижу будущее, я вижу публики, я вижу экономику, я вижу все происходящее у меня дома. Я иду в Думу, чтобы не на словах, а на деле, насколько мне хватит сил, делать вид, что вокруг все хорошо. Удачи! Я знаю, что я такая не одна. Артисты и телеведущие, боксеры, акробаты, клоуны и бомжи, пони, попад, вобла и Света Песневанова. Какой идеальный набор. Двигаться в Думу вместе.
Больше попыток, больше парней, больше акробатов, больше воблы. И тогда всему миру настанет пи***ндец, что, кстати, является целью Единой России. Уничтожим мир вместе. Какого хрена? Да, это невероятно, чувак, ты их заслужил. Я вижу, как все вокруг деградируют в ТикТоке, и приходит понимание, ну, каково, что я такая не одна. Ура! Ресурсы должны быть распределены в пользу пуперов, иначе мы потеряем Россию. Боже ж ты мой, как же это великолепно, блин! Забавно! Круто распределено, реально, опять же, со Свободом просто потрясающая работа заранее. Valor Mainstream, огромный респект, просто и искренний гигантский лайк, это потрясающе, серьезно, я прям очень соскучился по хорошему Слободику. Эх, спасибо за честность, Единая Россия. Но, черт подери, знаете, мне хочется больше, поэтому надо реально заценить побольше классики, и знаете что? Надо бы в следующем посмотреть «Опасного подсека». Вот серьезно, почему бы и нет? Да и черт подери, Valor Mainstream, я жду от тебя новых. Надеюсь, что это не последнее твое творение, и мы увидим больше таких же качественных, потрясающих попсов с отличным Слободом, в котором мы будем смеяться, угорать и наслаждаться твоими творениями. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков, жмякайте на кнопку колокольчика, ссылочки на наш Alerts и ВК в описании, поддержи канал монеткой и обязательно подпишись на канал Valor Mainstream, поддержи его с возвращением. Всем удачи и всем пока!